Здравствуйте, меня зовут Александр Ларичнев. Я хотел рассказать о своей проблеме, с которой я столкнулся. Дело в том, что я являюсь отцом многодетной семьи, у нас 7 деток несовершеннолетних. И у нас с 2005 года, как мы поженились, рождаются дети, и у нас нет своего жилья, собственности. Мы снимаем квартиру. В 2012 году нас поставили на очередь, как нуждающихся, на получение жилья по социальному найму. С этого года мы, еще у нас родилось трое деток, то есть вот четверо деток было, когда нас поставили, еще трое деток родились. Все справки мы предоставляем, все документы, ксерокопии, свидетельства о рождении мы все предоставляли в течение всех этих лет. Более того, в социальной защите Левобережного района в Жемчужине нам каждый год после новогодних каникул звонят и просят привести справки о состоянии семьи на обновление этих документов. Все мы предоставляли. Значит, буквально 2-3 недели назад нас начали беспокоить с Левобережной соцзащиты «Жемчужина» и торопить на предоставление опять справок, так как начали в районе Грамши давать квартиры вот именно по социальному найму. И мы стоим одни из первых на предоставление жилья. Мы быстренько опять это начали собирать. И нас сказали, что нужно написать заявление о внесении трех деток в состав семьи. Я говорю, как мы же все справки предоставляли. Но вот сказали так написать. Все мы это написали, все сдали и сказали, ждите. И буквально позавчера нам приходит вот эта вот бумага, вот этот приказ, уведомление с областной соцзащиты, что наших троих деток только вот в этом месяце внесли в состав семьи. Получается, 5 лет их вообще никто не вносил в состав семьи. При обращении в соцзащиту, буквально вчера мы были с женой в областной соцзащиты, у нас сказали, что нам таких сведений не предоставляла Левобережная соцзащита, мы вам ничем помочь не можем, но что хотите, то и делайте. При обращении в Левобережную соцзащиту нам сказали, что они сведения в областную защиту предоставляли, поэтому мы вам тоже ничем помочь не можем. В итоге замкнутый круг, и мы опять остались без жилья. Опять нам приходят, сейчас будет скитаться по этим съемным квартирам. Более того, мы стоим еще на очередь от 5 детей, где есть программа наша воронежская на предоставление либо автомобиля, газели, либо жилья. И буквально в этом году мы решили узнать очередь нашу. Опять там наш ребенок, которому уже 1,5 года, опять туда не внесен. То есть наших детей не регистрируют. В итоге опять вот мы без жилья. У нас нет жилья, детей никто не поставил на учет. И вот мы хотим, чтобы как-то проблему кто-то решил, нам помог. Потому что дети растут, очень дорого снимать нам все. И не каждый еще хозяин квартиры решится на все это сдать. Поэтому я хотел бы вот обратиться, чтобы мне помогли.